Жители приграничного села Исенбай в Араванском районе будут обеспечены чистой водой. Тут возобновили работы по укладке водопровода. Его протяженность составит более 32 километров. В селе побывали вице-премьер-министр Акрам Адумаров, полномочный представитель правительства Ошской области Узарбек Джилкыбаев. Ознакомились с тем, все ли материалы для старта работ были закуплены. Пообщались с местными жителями. Мои коллеги продолжат. Село Исенбай приграничное. Тут уже совсем скоро появится чистая вода. Это обещали местным жителям вице-премьер-министр Акрам Адумаров и полномочный представитель правительства Волжской области Узарбек Джилкыбаев. На обеспечение села чистой водой из госказны выделили 62 миллиона сомов. Протягивать водопровод тут начали еще до того, как началась пандемия. Сейчас они возобновятся. Работы начали зимой, деньги выделены, все необходимые материалы закуплены. Сегодня вице-премьер увидел все материалы, которые были выкуплены. Поставил задачу закончить все работы за 2 месяца. Я думаю, мы в них уложимся, и в селе будет чистая вода. Проблема чистой воды в селе Исенбай будет разрешена в середине лета. Воду сюда протягивают из водохранилища Найман. Длина водопровода более 32 километров. Люди будут обеспечены чистой водой полностью, рассказали вице-премьер-министр Акрам Адумаров и полномочный представитель правительства Волжской области Узарбек Джилкыбаев на встрече с местными жителями. Также в селе Эсенбай есть проблемы поливной воды. Ее жители получают из реки Исфайрам через соседнюю страну. Мы изучили проблему. Уже спорные участки между двумя государствами на 90% описаны. Договоренности все достигнуты. Если в скором времени решим вопрос, то проблема однозначно решится. Также нужно обратить внимание на старые скважины, которые были построены еще при Союзе. Восстановить их, тогда этот вопрос будет решить проще. Пока жители села Исенбай пьют воду из водозабора, который сделали сами. Пока мы пьем чистую воду вот таким образом. Если скоро вода будет, то вообще будет хорошо. Сегодня сказали, что поступили деньги и выкуплены все необходимые материалы. Мы надеемся, что скоро будет чистая вода. Сегодня в селе Эсенбай живут около 200 семей. Чистая вода стала проблемой после распада СССР, так как село приграничное. Но сейчас этот вопрос под контролем правительства и местных властей. Майра Мурзакулова, Мырзаджигит Маматкерим Уулу, Нурбол Талантбек Уулу, ЛТР Ош.